Папа Римский Франциск начал второе паломничество в Азию с апостольского визита на Шри-Ланку. Седьмая зарубежная поездка понтифика проходит под девизом «Милосердие и сосуществование религии». В Коломбо, куда папа Франциск прибыл во вторник утром, он встретился с религиозными лидерами Шри-Ланки, государства, где 70% населения исповедуют буддизм, около 13% индуизм, 10% ислам и только 7% христианства. Папа Франциск – первый глава римско-католической церкви, посещающий Шри-Ланку после окончания гражданской войны с тамильскими боевиками. «Слишком много мужчин и женщин этой страны были жертвами гражданской войны и насилия. Во имя мира религиозные убеждения никогда не должны служить целям войны и насилия». Визит папы проходит после президентских выборов, на которых одержал победу Майтрипала Сирисена. Понтифик встретился с седьмым президентом Шри-Ланки, пообещавшим провести в стране демократические реформы и в том числе положить конец притеснению религиозных групп. Папа Римский также посетит Филиппины.